вот все приходится делать самому, а? Вот трудовая рыбалка. Ну, невероятное ощущение. Добыли чавычу трофейную, вон, побитую нерпой. Это просто шедевральная вообще рыба, конечно, уникальная. Сколько стоит трудов, сил, сколько стоит, чтобы ее вообще добыть, надо трудиться, постараться. Ну, мы это сделали. Очень приятный бонус на этой рыбалке на чавычи, когда она очень редко клюет морской голец. На самом деле сумасшедшие гастрономические качества. Я думаю, что ну на порядок выше, чем у самой чавычи. Чавыча на самом деле она не очень вкусная. И вот когда ты сидишь там полчаса, час, а то может быть и больше, бросаешь и ничего, и тут подходит стая такого вкусного и красивого гольца, это прекрасно. Рыбачим дальше. Вот она рыба, да? Настоящая, вкусная. Гастрономия. Голец морской. В этом году первый раз, кстати. За 5 лет, которые я езжу на Камчатку, первый раз голец зашел в таком количестве. Никогда здесь не было гольца.